Was ich weiß gesagt. Schade, dass Жаль, что вы знаете так мало. Bei Ihnen zu Hause. У вас дома был обнаружен радиопередатчик. Sie arbeiten für Moskau. Вы работаете на Москву. Nicht wahr? Не так ли? Управление без... Так точно. Локации наших войск.
Ищите. Schnell! Jungs, wir fangen ihn gleich. Los geht's! Scheiße. Похоже, мы его упустили. Achtung, stillgestanden. Hauptmann Neuner. Люблен большой поток немецких грузов. Однажды Скоропад передал Казимиру запасные кварцы для радиопередатчика. Вот что. Пей чай, сынок. Извещение пришло. Мам, у тебя наши старые фотографии. Я их из альбома вытащила.
букв. Может, солнце? Может, это соседи. Юзек. Послухай мне, Маша. Послушай, Мартин. Ты бинт. О пропаже собаки. Як то прийде? Кто придет? Тот расклеит по городу объявление о пропаже. И прочесывается моими людьми. Теперь другое. Если в Москве...
Не искажайте факты, оберштурмбанфюрер. Прошу вас. Конечно, мог. У вас под носом работал шпион. Что? Вам, как всегда. Торгонский. Пароль. Я ищу веретеное масло. Ответ. К парашюту привязан только мешок с песком.
ты? Я не один. Спасибо. Улица Святого Яна, 2. Во время войны это большая редкость. Его отбить у немцев. Отбить?
Топси, не топси. Странно. Хозяйка-то наш не только служит, но и дружит с немцами. Как думаешь, Клим в курсе? Вот так вот. Конечно, служит. На почте ведь, да? Бабча сказала, что ты похож на крестьянина, как я. Клим. На свете много, а у меня вот чужая ось. Обычно дядя Карл не оставляет своих родственников в беде. Я не знаю никакого Карла. Вы же знакомы с ним? Спасибо. Я зайду позже. Надеюсь, у вас будет нужная информация. Ворчать, пан Франек. Что такого стряслось на этот раз?
ко мне приходил русский. Он спросил. Я специально шел через рынок. Скажешь, что пришла по объявлению о пропавшей собаке. Скажи, что видела похожую, бегающую возле ратуши. Поняла? Поняла. Потом спокойно уйдешь. Пожалуйста, будь осторожен. Пан есть бесценный. Вы бесценный человек, пан Франек. Я все для пана. Я вам после. Когда на этой войне которому я мог бы ее подарить. Моим целям я. Скажите, чтобы оставил свой адрес. Сам го. Я сам его найду. Бася, зобач. Моя дочь Барбара. Очень приятно. Но наш пес пани. Пани Гражина. Пани Гражина. Пани Гражина. Пани Гражина. Вчера сам вернулся домой. Вот он спит в своей корзине. Так и будут ходить. Конечно. Можешь идти. Баська, открой. Кто бы это мог быть?
цалким розумом. Я не совсем понимаю, о чем речь. Але если Но если Казимир какой-нибудь Казимир обратится мне, ко мне, я, напевно, я обязательно передам. Если, Казимирова съеме, если у Казимира не получится, я буду ждать его в кинотеатре на сеансе. Тоже в 19:00. Добрый. Хорошо. Давиде. Не хочу, чтобы нас обоих расстреляли из-за русских шпионов. Обнаружил это сегодня. Недалеко от службы. И не забывайте. Хай, Гитлер!
Меньше говоришь, больше живешь. Я хочу выпить. Не уходите. Барбара. 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 Вы самый близкий мне человек в этом городе. Вы не хотите обокрасть меня? Я прошу вас, пожалуйста.